Всем привет! Вы на канале Вот ГСН, и перед тем, как мы начнем сегодняшнее видео, хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, поставить лайк. Вы всегда сможете убрать этот лайк и отписаться от канала. Но не забудьте сделать это в конце видео. Спасибо вам большое заблаговременно за поддержку моего канала. Сегодня у нас на обзоре будет странная машинка, которую сейчас разработчики выкатили в магазин за, ну, по моему скромному мнению, неадекватную цену в 3500 голды. Почему неадекватную? Дело в том, что буквально пару месяцев назад был ивент, в котором эту машину, в принципе, можно было получить абсолютно бесплатно. Если я не ошибаюсь, то единственная ваша задача была заходить периодически, там, в течение 10 дней в игру и, по-моему, то ли выполнять какую-то минимальную задачу, то ли вообще ничего не выполнять. Вот, честно говоря, врать не буду. Видео, к сожалению, у меня не сохранилось. Поэтому, имея в свое время возможность получить эту машину абсолютно бесплатно, заплатить сейчас 3500 голды за нее, ну, это как бы начинает немножко давить на нерв. Плюс к тому, ранее этот танк ориентировочно год назад можно было купить за 2500 голды, по-моему, даже меньше, чем год назад. И в набор входило существенно больше всякой мелочевки. Ну, откровенно говоря, особенно для начинающих, хотел бы отдельно отметить, что не стоит обращать внимание на всю мелочевку, которая вам предоставляется во всякого рода наборах. Оценивайте исключительно машину, которая идет в наборе. Все остальное — это гамус, который добавляется вам для того, чтобы замылить глаза, как будто бы вы очень много всего покупаете. По большому счету, в наборе, который мы сегодня рассматриваем, да особо-то и нет ничего. Два контейнера на камуфляжи, этих камуфляжей в процессе вашей игры накопится за выполнение всякого рода боевых задач. Из стандартных контейнеров такое количество, что у вас будет не хватать танков, на которые надо будет их одевать. Танчик, скажем так, он плюс-минус фановый, он интересный. И давайте попробуем сделать пару каток на этом танке, посмотреть, что он может в бою в руках абсолютного заурядного среднестатистического танкиста. Не скиллового, с небольшим уровнем процента побед. Так, заходим в первый бой, посмотрим, на что способна эта шестерка. Не знаю, мне, честно говоря, танчик нравится. Я не могу сказать, что в каждых боях вы будете заходить, всех нагибать, разрывать полностью рандом. Нет, не будете вы этого делать. Но если даете бой, в котором еще и ваша команда неплохо играет, ну, вы реально можете там позволить себе 4-5 минут кайфа. Ну, а иногда и чуть-чуть меньше, потому что, как правило, если у вас хорошая команда, то бои заканчиваются минуты за 2,5-3. Ну, думаю, поедем на такую, знаете, стандартную линию СТ в первом бою. Не будем особо лезть на рожон. Попытаемся не врываться. Попытаемся проскочить вот этот вот такой вот перекаточку стандартного засвета СТ-шек и ЛТ. Ну, давайте обратим внимание сразу на динамику. Динамика, нельзя сказать, что прям такая огонь. Он не летит. Он, так, знаете, спокойненько, вальяжненько катится. Но в целом для передвижения, как для СТ, ну, мне кажется, этого достаточно. Сейчас попробуем вот здесь. Вот пушечка у него очень точная. И скорость перезарядки, ну, просто она радует. Вот, вот прям на глазах первого убрали. Жаль, правда, не мог. Но, по-моему, мы сделали существенный вклад, особенно с учетом того, что мы сделали там сколько, 2 или 3 шота, да? Удачи. Сейчас попробуем посмотреть на Деккермана. Немножко ускорим нашу перезарядку. Смотрим. Иди сюда. Ну вот, несмотря на то, что мы вроде бы как бы сильно-то и радуемся тому, что происходит в бою, а оказывается, соперники-то тоже мух не жуют. Ну, иди сюда. Ну вот, безусловно, выезжая против ТТ, ну, тяжело, тяжело, безусловно, ждать прилета. И, как видите, нас прошивают ключок наводчика, механика, водителя, кто он там. Ну, наверное, механик водителя. Сейчас попробуем подкатиться немножко сзади. Будем надеяться, что за это время
наших там не сольют. О! Иди сюда. Эх, 15 секундочек подождать. Ну вот приблизительно так и получается. Я не могу сказать, что у вас будет каждый бой таким. Здесь очень много зарешала сама команда. Сказать, что это ваша заслуга будет, когда будут такие бои, не сказал бы. Дело в том, что данный танчик я бы все-таки отнес к тем, которые очень сильно зависимы от качества игроков команды, от того, насколько они отдаются процессу, насколько слажены действия. Если вас некому будет поддержать, ну, знаете, будет немножко как бы скучновато играть на этом танке. Как видите, он довольно легко пробивается, особенно тяжкий. А мансить, не сыграть от башни тоже как бы не особо вариант, потому что башня это спереди прямая, как угол дома. Но в целом, ну давайте посмотрим на результат. Мы нанесли, в принципе, ну ни много ни мало, 1300 там с копеечкой урона. С учетом отключенных бустеров, опыт смотреть не будем, это первая победа. Давайте на секунду вернемся. Это первая победа, опыт давайте не будем рассматривать, но поделите его на 3. А вот что касается серебра, 45 тысяч, итоговые кредиты 31. Ну, по-моему, как для танка 6 уровня, будем говорить откровенно, довольно неплохо. Мы заняли 2-е место по урону, сделали 3 фрага. Ну, не знаю, я, честно говоря, получил удовольствие от этого танчика в данном бою. Так, выбираем. Давай быстрее уже, в конце концов, с этими дешманскими подарочками, которые нафиг никому не надо. Разве что на свободку обменять. Так, ну попробуем еще один бой закатить. Ну и сейчас посмотрим, насколько второй бой будет плюс-минус таким же, как первый. Мы опять находимся в топе. В топе этот танчик себя чувствует, знаете, так вот, ну, комфортно. Я бы не сказал, что абсолютно полевотно, но комфортненько можно заехать и кому-нибудь пару тычек дать. Перезарядка 4,4 секунды с учетом прокачанного экипажа, с учетом установленного оборудования. Это очень неплохо. А плюс, когда еще и ты себе поставишь допку ускорения перезарядки, я думаю, что ты начинаешь чувствовать себя таким, типа, блин, я шутер такой, ну просто вообще. Сейчас попробуем в этом бою не аккуратничать, попробуем ворваться вот прям так, насколько он возможен и играбелен в виде танчика для прорыва такого, знаете, вот как ты заехал и все обалдели от того, что появился. Не знаю, насколько это реально. Не наша заслуга, честно говоря, потому что если бы не танчики наших союзников, то сейчас бы мы, наверное, еще пару тычек отхватили солидно. Так, вот так вот мы попробуем. Ну, нифига не получается ни раком, ни боком принимать урон на себя, так, чтобы он не проходил. Гаргулия сейчас нам даст тычку где-то на 200-300. Ну и, скорее всего, это... Ну, вот получается где-то приблизительно так. То есть, если вы реально считаете, что на этом танчике можно прямо вот так вот ворваться, психануть и начать разносить всех, кого не лень, нет, не получится абсолютно. Танчик абсолютно для этого не предусмотрен. То есть его задача, несмотря на то, что это средний танк, исходя из того, что у него, я бы сказал, все-таки хотя неплохая скорость перезарядки, ворваться где-то на 2-3 противников одновременно и всем им одновременно навалять, ну нифига не выйдет, ребят. Выехать вместе со своей командой, с двумя, с тремя, находясь рядом с ними, а не на переднем фланге, как это сейчас сделал я, у вас гораздо больше будет результат, вы гораздо больше сможете. Единственное, что этот танчик, исходя из своей вот этой вот, знаете, такой картонности, когда соперники переходят в режим снайперского огня, ну, безусловно, они в первую очередь обращают внимание на вас. Они обращают внимание на вас, исходя из того, что вы самый мягкий танк в этой игре. Ну, в этом бою, я имею в виду. И, соответственно, начинают сводиться на вас и по возможности вас гасить. Ребят, танчик сам, мне кажется, довольно неплохой. Он реально периодически самое-самое важное, что можно получать от этой игры.
Что касается фарма, ну, плюс-минус для шестерки неплохо. Что касается цены, ну, не знаю, 3500 голды за танк, который стоил 2500, а пару месяцев назад его вообще можно было получить бесплатно, ну, не знаю, честно говоря. Может быть, если бы я голду как бы не считал, я не отношусь к тем, которые там бешено как-то донатят, и для них там $1 за косарь голды это не является там чем-то существенным. Ну, наверное, я бы его себе купил. Наверное, $1 переплаты за этот танчик для того, чтобы периодически закатиться и покайфовать на шестых уровнях, кого-то там помочить. Наверное, да. Наверное, это того стоит. Ребят, не знаю. Выбирайте, смотрите. Обзор вы посмотрели. Отмечу еще раз, обзор человека, который имеет меньше 50% статистику побед, является абсолютно заурядным, стандартным, среднестатистическим танкистом World of Tanks Blitz. Спасибо большое за просмотр. Для тех, кто не подписался на канал и не поставил лайк, буду очень благодарен, если вы это сделаете по окончанию видео. Всем благ, мира, играйте в танки, получайте удовольствие, кайфуйте.